Рано утром в воскресенье 25 апреля 2021 года на японском острове Кюсю в префектуре Кагосима началось извержение стратовулкана Сакурадзима. По информации метеорологической обсерватории Кагосимы, в 1 час 9 минут утра вулкан выбросил пепловый шлейф высотой до 2300 метров из одного из своих двух кратеров, называющегося Минимитаки. Позднее, около 2 часов 40 минут, обсерватория сообщила, что пирокластические потоки, стекающие по юго-западным склонам кратера, достигли длины 1,8 километра. Зона тревоги, определенная ранее в радиусе около 2 километров вокруг обоих кратеров вулкана, была расширена до 2,4 километров и вплотную приблизилась к жилым районам города Кагосима. На территории префектуры Кагосима распространено предупреждение о возможности выброса вулканических бомб и пеплопада, а также о новых извержениях. Власти префектуры Кагосима заявили, что пока не располагают информацией о пострадавших в результате извержения. Добавлю, что стратовулкан Сакурадзима считается одним из самых опасных среди 110 активных японских вулканов. Он располагается рядом с городом Кагосима, центром одноименной префектуры, население которой составляет более 600 тысяч человек. И последний раз подобная активность вулкана наблюдалась 16 июня 2018 года. Thank you.